Вопрос очень простой, маленький. Почему едят суфганиот в Хануку? Ну, во-первых, потому что они круглые. Пончики, да. Да, круглые. Олицетворяет собой полноту, завершенность. Масло, потому что это воздушное, от него происходит свет. Ведь свет, на самом деле, всегда был в лампаде. То есть горело масло на фитиле, поэтому используют масло. А сладкий почему? Сладкий, потому что праздник, конечно, сладкий. Это праздник выхода из горечи нашего мира, нашего существования в духовную сладость. Да, это сладкий праздник.